Входим по-новому. В Одесском зоопарке состоялось открытие обновленного входа для посетителей. Это важный этап программы реконструкции зверинца. По мнению начальства питомника, новые ворота значительно увеличат количество желающих посетить зоопарк. Подробнее расскажет наш корреспондент Татьяна Брумбей. Со стороны улицы Мечникова гостей в Одесский зоопарк завлекает новый вход. Торжественное открытие обновки состоялось в день рождения города. За последние несколько лет зоопарк значительно обновился. Вместе с проходной соорудили пешеходный мост и искусственный водоем, который уже осваивают пернатые жители зоопарка. Через новый вход за последние сутки прошло несколько сотен посетителей. Вход, который был на всю жизнь, сколько я себя помню, со стороны новощипного ряда, это был позор наш. Да, вот тем входом, вот я его стыдился, и люди меня вот носом тыкали, вот, что надо пройти там через вот это вот все. А здесь это уже через парк, который красивый парк, он уже как бы подразумевается как единое эстетическое пространство вместе с зоопарком. И, ну, это совершенно другое дело. Мы вчера услышали очень много таких слов благодарности от наших посетителей. Всем нравится вот этот кусочек нового зоопарка. Праздники в Одесском зверинце на этом не заканчиваются. 13 сентября зоопарку исполнится 98 лет. Также планируется проведение традиционного Дня малышей, в который маленькие посетители выберут имена для новорожденных животных. Прозвища подберут с помощью конкурса. Для этого проведут голосование среди гостей зоопарка.